Ну что, всем привет, ребята. У нас предпоследняя гонка Бахрейн. Ситуация по очкам. Вот такая вот, 43 очка, но мы уже ничего не сделаем. Если Макс будет в гонках, обе гонки, чтобы мы что-нибудь сделали в самом лучшем развале, нам нужно, чтобы Макса не было. Ну, короче, шар-шар-шар, ладно, хорошо, титул попрощались. Просто получим удовольствие просто от победы над Максом. Ладно, давайте посмотрим. Так, запись у нас идет. Настройки. Это для профи, ребята, это профи. И прокачка, сейчас я покажу, какая прокачка по параметрам, тоже это учитывайте. Вот такая, короче, у нас ситуация. Результаты практики. Одна тысячная выиграли. Ну, дурдом. Ладно. А Винсентик на проиграл 0,4. Я вам скажу так, если бы Винсент, вот Ганна Плейбой, если бы он был бы в сети постоянно, если бы он серьезно относился к гонкам, не знаю, как насчет нас, ну, с Максом бы он бы поборолся точно. Мы-то себя превозносим, мы-то ж, опытные ребята. Но опыта у нас пока еще не хватает. Мы его наберемся. Подождите. Еще мы в элите, подождите, еще шороху наведем. Один сезончик мы, конечно, прокатаемся так. На полуспущенных, а потом покажем уровень. Так, ладно. Практику показал. Стратегия. Мне сегодня Вовчик, мой кентафурик, столько лет мы с ним общаемся и столько лет я пропустил. Вовка мне помогает сейчас, то я ему помогал, когда он начинал, столько лет я пропустил, все упустил, теперь он мне помогает. Вовчик, спасибо от души, мой кентафурик. Ладно, у нас вот такая тактика. Я выбрал 2 пит-стопа, софт 8 кругов, по настройкам, смотрите. У нас 8,8, 64. Так, middle 6, да? 64, middle 6. Здесь 66, здесь 60. Ну, более-менее. Он мне несколько вариантов предложил, Повчик. Я выбрал вот этот вариант. Победный. Он мне говорит, вот человек победил, у вас такой тактика. Я выбрал этот вариант. Посмотрим у нас на этот раз. Болиды. Экономия шин 97. То есть здесь уже, ну, списать не на что. Писать не на что. То есть вы посмотрели настройки, квалификацию вы видели. Что, ждем гонку, посмотрим по тактике. Я выбрал немножечко рискованный вариант. Звук уберем сразу, чтобы гонка нам не мешала, то я на видео иногда вижу, что звук гонки мои комментарии забивает. Вовчик, давай, я выбираю сегодня рискованный вариант немножечко, топовый, и посмотрим. Но я думаю, Максик тоже не дурак, и выберет опытный человек, Макс. My respect. Макс, молодец. Иногда бывают у него закидоны, ну так-то опытный человек. Ладно, давайте, ждем квалификацию и потом ждем гонку. Ну вот смотрите, ребята. Кстати, сегодня пивно немножко стрим. Я взял пивка немножко. Так, смотрите, ребята, короче.
По практике у нас одна тысячная, одна тысячная. Теперь смотрим дальше. Смотрим дальше. По квалификации. Вот смотри, Максончик будет стартовать на мидли. Он проигрывает практически 4 десятых, ровно 4 десятых. Это не пропасть, но это серьезный такой, ну, средний, ну, не серьезный, такой средненький отрыв. Я вышел во двор, ветер дует, не знаю, звук отображается, нет. Средненький такой отрыв. Ну, интересно, интересно, очень интересно, на какой тактике он сегодня пойдет. С титулом я уже попрощался. Мы уже не заберемся его. Но просто хочется каждую гонку. Он мне вчера пишет, там осталось там 51 очко, там отрыва. Ты можешь побороться за титул. Ну это бред. Осталось две гонки. Ну что я могу сделать? Даже если я буду эти две гонки приходить первым. Ну, ничего себе не сделаю. Сейчас, подожди секундочку, зайду домой. Итак, смотри, у нас 4 десятых отставаний у Макса. Ну, блин, middle, soft. Ну, посмотрим, по тактике я попробую. И по темпу, по прогреву попробуем с ним побороться. Сейчас такая ситуация, что сейчас болиды у нас с ним, ну, равные на 99%. Вот эта надежность, там, запчасти, двигатель, ну, они не играют вообще никакую, по большому счету, роли. Вот сейчас, мы прокачались практически полностью, и мы посмотрим, какая разница у нас по. Давайте, ну, просто посмотрим, давайте. У него 22 уровень команды. Вот посмотрите на его пилота. У нас 20 уровень таланта. Самый главный талант. Талант. Самый главный показатель талант. Посмотри на гоночные параметры. 28, 28, 28. Физические параметры прокачаны у него полностью. Я вам скажу так, умственные способности, по большому счету, ну, они играют роль, ну, и опыт 30 опыт. То есть ошибки в гонке, у него пилот, лучшее качество гонка, красное, мы себе взяли пилота с розовым, это легендарный, у него чуть-чуть похуже, ну, короче, как бы ни было, он нашу Smart Girl, умную девочку, ну, блин, ну, она не тянет. Он делает маленькие ошибочки, и мы только за счет этого еще как-то с ним боремся. Если бы он ехал бы безупречно, у нас было ни малейшего шанса, у нас бы не было. Так, давайте, ждем гонку, давайте. Смотрите. Нам опять говорят, финишируйте на пятом месте или выше хотя бы. Может быть, того пилота трехзвездочного, там 2,5, я его чуть-чуть прокачал, он до 3 звезд прокачался. Может быть, за счет этого они так нас недооценят. Нам это выгодно, хорошо, ладно, хорошо. Давайте, зайдем в гонку и будем бороться. Ну вот смотрите, у нас минута до старта гонки, Максончик уже здесь. This time you might not have me. Короче, Максон, ты нас с ума не своди. Ты, понятно, сейчас чувствуешь себя так сразу, максимально так вот, сразу прорываемся. Мы стартуем, ну, с первой позиции, но это ни о чем, блин. Так, самое главное, нам будет интересно посмотреть на его тактику. Давайте, ждем начала гонки. Итак, ребята, газ тут огни. Я сразу переключаюсь, вы не обессудьте, но я не могу на вот этот. Меня как-то еще 4 года назад один человек спрашивал, почему ты гоняешь на вот этом, на точках, они называют на точках.
Ну, мне так удобнее. Я не могу вот это вот болиды смотреть. Я люблю на точках. Так, мы стартанули. Сразу пошел прогрев. Сразу убираем атаку. И пошли. Пошли газовать. Так. Давайте охладимся здесь. Мы ушли на софте. Макс у нас стартанул на третьем месте на мидли. У нас первых три сектора лучших. Но это все ерунда. Это все фигня. Давайте, нам нужно поиграть с темпом. С темпом поиграем. Ну, много кто не любит играть с темпом. Но я вам скажу так. Это старая школа, олдскул. Я еду по тактике олдскула. И это правильно, ребята. Учитесь играть с темпом. Вот это то, что они делают. Вы попадете в элиту. Там без игры с темпом вам ловить вообще нефигу. Так, мы уходим. Он идет на мидли. Сейчас он может быть. Опа, температурочка. Так, нам сейчас надо следить за температурой. Так, сейчас она сосредоточится. И главное, контролить температуру. Понятно. Он сейчас на дрессе прокатится. Здесь охлаждаемся. Здесь атакуем. Охлаждаемся. И в эту светочку пройдем. И на софте особо здесь не погазуешь. Так, охлаждаемся. Даже вот так. Здесь вот так. Нам главное контролить температуру. Ребята. Хорошо. Даже если мы титул не заберем, ну, я ему покажу, кто мне хозяин. Так, здесь протокуемся. Здесь охлаждение. Пока мы чуть-чуть перегреваемся, но мы более-менее держим температуру. Володька мне несколько вариантов предложил. Я выбрал вариант вот такой. Soft, middle, middle. Посмотрим, чем это закончится. Так, охлаждаемся. Значит, пошел чуть-чуть перегрев. Сейчас мы будем очень аккуратно работать с темпом. Потому что здесь здесь надо сосредоточиться. Ладно, черт с ним там. Титул понятно. Ладно, хрен с ним. Мы будем показывать скиллуху. Мы будем вспоминать все наши. Сейчас мы перейдем в элиту. И там уже будет не до шуток. Там ребята серьезные. И нам нужно нарабатывать. Старые. Ага, так, охлаждаемся. Так, температурка чуть-чуть у нас перегрев. Вообще, самый микродецл. Здесь протоколом все эту связку. Так, Максончик, понятно, обогнал этого. Так, здесь охлаждаемся, здесь проходим. Так, по отставанию, 4.74. Все, поехали. Сейчас посмотрим по темпу. 4.74. Он идет. Эту всю связку пройдем сейчас. 4.74. 63. Он идет на мидли, и он нас догоняет. Молодцы вы вообще, конечно. Ну, молодцы, ребята. Ну, что с этой игрой происходит? Я не могу понять. Что с этой игрой происходит? Что вы там?
по наблюдению своих обновлений. Так, у нас подключится. Не перегрываться. Не перегрываться. Самое главное, не перегреваться нам. У нас хоть и пивной стрим, но нам нужно концентрацию держать. Угу. Если протокуемся, остужаемся. Было 4:63. Давайте протокуемся. Связку 4:43. Как у нас на битве догоняет? Объясните мне. Может, я немножко недоразвитый, но... Я не понимаю. Вот они гоняют в профи. Это ж не новички. Они уже гоняют в профи. Они хотят. Давайте вот так вот добавим. Мы идем на пит-стоп. Они хотят попадать в элитные дивизионы. И они не в сети. Нафиг вы вообще заходите в эту игру? Еще два атаку. Я не понимаю. Я фанат этой игры. И для меня это очень странно. Очень. Вы просто убиваете время там. Ну, числится. Так, мы пошли на пит-стоп. Так, он пошел на мидли. Ну, вот мне интересно, какую тактику он выберет. Так, ладно, мы выезжаем. Сейчас прогреваем мидл. Давайте маленькую паузу. Вот сейчас. Я просто бесполезно потратил керц. Я думал зацепиться за кругового, а он пошел на пит-стоп. Это просто удача. Это супер-мега удача. Ладно, пауза. Так, Макс пошел на пит-стоп. Макс пошел на первый пит-стоп. Он ставит еще раз мидл. Ну, походу, на последний отрезок он поставит софт. Винсент не в сети, он нам не интересен. То есть у него примерно будет такая же тактика, как у нас. Он будет идти. Ни разу мы еще. Вот сколько прошло времени, ни разу. Ага. Еще Винсент пошел на пит-стоп. Так, мы потратили 70% керца. 79, да, у нас. Так, давайте не будем обращать внимание на все эти движения и просто делать свое дело. Нам нужно. Так, ладно, маленькая пауза. Ну вот, наконец-таки мы первый раз зацепились за ДРС. Сразу пошел перегрев. Ну, мы тогда контролим температурку. Так, здесь все это проатакуем. Что у нас по основанию? 13:01. 13:01. Ну хорошо. Так, здесь отдыхаем, здесь атакуем, здесь отдыхаем. Ладно, маленькая пауза. Ну вот смотрите. У нас было 13:83. Так, здесь атака. Здесь отдыхаем. Сейчас 15:15, да? Чуть-чуть немного. За счет там переохлаждения, перегрева. Но. Мне интересно другое. Сколько, во-первых, керца у Максончика? Сколько керца у Максончика? Мы сейчас это посмотрим. Так. 14:35. Отыграл он, да? Так, вот у него керц. Вот у нас керц. Вот у него керц. Но у него гораздо больше керца, чем у нас.
Так, ладно. Охлаждаемся. Гораздо больше у него перца. Ну, и отставание у него. На один пидстоп. Нет, на один пидстоп он не пойдет. Я так думаю. Так, это протоколом все. 14.35 было. Ой-ой-ой-ой. Нифига себе он сократил. Нифига себе. Хо-хо-хо. Он за два круга 1.5 секунды нас отыграл. Молодец, Максончик. Молодец. Ну, с тобой, желтенький, все понятно. И зацепиться не забываем. И он зацепится. Он не зацепится, скорее всего. Не скорее всего, это надо потратить кучу керса, чтобы за 13 зацепиться. Так, ладно. Давайте паузу маленькую. Ну что, мы идем на второй пит-стоп. На второй пит-стоп. Резина охладилась. Уже сдохшая резина, понятно. И третий интервал у нас будет на один круг меньше немножечко мидла. На один круг 11 с 13 с лишним секунд остался. Он больше 2.5 секунд отыграл. 2.5 секунды отыграл. Молодец, Максончик. Ну, серьезно, очень. Максончик очень серьезный соперник. Очень серьезный. Мы будем биться с ним. Сейчас посмотрим. Я думаю, что он по-любому еще на один пит-стоп пойдет. По-любому. Что он поставит? Давайте с Винсентика попробуем поиграться. Вот то, что у нас... То, что у нас меньше керца. Вот смотрите, вот у него. Так, Блин, нафиг он там уже. Так, вот у меня. Вот у него. У него полный керц. Так. Убираем атаку. Убираем. Да, зацепиться. Угу. Спасибо. Спасибо вам большое. Огромнейшее. Спасибо. Не, просто Максончик такой соперник, что, ну, что с ним надо максимально учитывать все моменты, все возможности. Давайте, маленькая пауза. Так, мы пошли на последний пит-стоп. Давайте, прорываемся сразу. Давайте смотрим. Так, у нас Винсент. А, подождите, что я несу? Ой, боже мой, что я несу? Я смотрю на... Ой-ой-ой, у нас перегрев пошел. Ой, мамочка, что у меня стояло на Винсент? Так, ладно. Отвлекся немножко. Подожди. Ладно, хорошо. Пойдем, охлаждаемся. Смотрите, у нас было два пит-стопа. Максончик сделал еще. Он поставил на последний отрывок последний софт. Мы начали с софта. Шипанску 2.2. Что у нас, по-моему? Дофига топлива остается. Так, сейчас посмотрим. Мы уже сделали два пит-стопа. Так, Максончик чуть приближается к Винсенту. Максончик, конечно, понятно. Ладно, немножечко паузы в конце. Ну, мы по старой школе контролируем температуру. Это очень важно. Я думаю, что первое место мы уже не отдадим. Но что толку? Вчера Максик пишет, ну ты можешь бороться за титул. Блин, нафиг это лицемерие.
Нафиг это лицемерие. Я потерял столько очков с тобой в начале сезона. Ты там в одну калитку всех расстрахивал, извиня за выражение. И сейчас умничаешь со мной. Подожди, мы сейчас в элиту выйдем. Сейчас мы с тобой по-любому в элиту выйдем. Вот там мы с тобой посмотрим, кто что из себя представляет. Кто фанат. Подожди. Понятно, мы там в топе не будем, это все понятно. Но мы тебе устроим там. Ты молись, Максончик, что-то у меня начинает подмыкать. Ты молись, Максончик, чтобы ты обратно в профи не вылетел. Там такие ребята, ладно, мы посмотрим там онлайн. Ну там если хотя бы будет 2/3 онлайн, ты вылетишь, мой золотой. Со своим там 22 уровнем, там прокачанным пилотом. Ладно, хорошо, ладно, хрен с ним. Умничаешь ты со мной. Ты мне можешь забрать титул. Нафиг это говорить? Я-то что, ненормально, не понимаю, что по очкам я тебя не догоняю. Я столько тебе очков в начале сезона подарил. Так, ладно, фиг с ним. По топливу, смотрим. У нас 1,5 круга. По топливу расход 2,1. У нас по топливу переливчик чуть-чуть. Ничего страшного. Ничего страшного. Даже можно вот так добавить. И здесь вот так вот. Умничаешь ты там со мной. Титул твой там. Проблема подключения. А что ж такое? Интернет. Только с вами не своди, я вас прошу. Не своди меня с ума. Еще не хватало этого. Давайте полная атака. У нас осталось здесь последний круг. Ну что, давайте Керцик. Ну, лучший круг он заберет. У него было больше керца. У нас даже не было смысла керцевать. У него где-то на процентов 20-25 было больше керца. Но он по-любому выкерцует. Последний круг. Мы несколько гонок это наблюдали. Он в этом смысле GG. Пойди. Тоже. Так, просто ради уважения и воспитанности мы тоже напишем. Ладно. Ну вот, ребятки, мы получаем бабулетки. Мы пойдем сейчас немножечко в минус. Так, здесь у нас что? Так, они нам отключились. Ладно. Выходим. Ну, 500 тысяч, как я говорил, ладно. Ну, это фигня. Я немножко задонатил, токенов взял, потратили мы на нового пилота, поэтому у нас мы пошли в минус, а сейчас два пилота. Мы сейчас того пилота прокачаем, нашу девочку уберем. Ладно, давайте посмотрим по ситуации в лиге. 37 очков. 37 очков. У нас остается последняя гонка. Что должно произойти, чтобы мы забрали титул? Ничего. Даже математически мы не заберем у него титул. Даже математически. Лицемер. Ладно, хорошо. Следующий у нас Мексика. Мексика. Ну ничего. Сейчас мы в элиту с тобой выйдем, и там мы с тобой посмотрим, кто на что способен. И ты такой умничаешь со мной. Я столько гонок вначале пропустил, пока немножечко в себя приходил. Спустя 4 года отставания. Ну ладно. Так, ладно, ребята. Будем бороться. Так, остался на гонка. Там будет маленький перерывчик сутки по ходу. Выходим в элиту. И начинаем прокачивать нашего нового пилота. Потом его меняем, поставим на гонки. Это еще, ну, 1-2 сезона, это понятно. И начинаем борьбу в элите. Мы в элиту ворвемся в этой лиге. Мы в элиту ворвемся. Может быть и в первом сезоне, не может быть, а по-любому в первом сезоне мы не ворвемся. Далее, во втором сезоне мы ворвемся. И мы им покажем, что такое Раша.
Так, всем удачи на трассе, ребята. Пока-пока.